24 марта к Мигаловскому путепроводу выдвинулись экипажи ДПС. Здесь, под путепроводом, в направлении Москвы, опрокинулся КАМАЗ. В результате ДТП пострадал водитель большегруза, мужчина 92-го года рождения. По его словам, причиной аварии стало заднее колесо, которое взорвалось при движении. По словам сотрудников ГИБДД, мужчина получил не тяжелые травмы, и его жизни ничего не угрожает. Нужно отметить, что опрокинувшийся грузовик оперативно поставили на колеса и убрали с проезжей части, так что на интенсивности движения в сторону столицы ДТП не сказалось. Накануне ночью с 23 на 24 марта на улице Вакжанова, перелетев через ограждение, вылетел в кювет автомобиль Volkswagen Golf. За рулем автомобиля находился 21-летний парень, который, по словам сотрудников ГИБДД, неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Кроме того, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Проще говоря, был не трезв, а причиной нетрезвости, по данным ГИБДД, стал этот же Volkswagen, который парень приобрел накануне и решил обмыть покупку. Во всяком случае, именно так объяснил случившееся представителям власти водитель иномарки. Молодой человек в ДТП получил легкие травмы и после оказания помощи был из больницы отпущен домой. В отношении молодого человека составлены административные материалы.